Если Москва в одночасье исчезнет, то это, по-моему, катастрофа. Я это представить себе не могу, потому что у нас такой великий город и один из самых знаменитых культурных центров вообще мира. Поэтому я это представить себе не могу. Но если вдруг такая беда бы случилась, и вот представить, чтобы... Вот если бы она зародилась бы заново, что бы мне хотелось бы в ней видеть? Вот я бы очень хотела видеть в нашей Москве больше зданий, которые вообще поднимало бы наше зодчество. У нас потрясающая архитектура была. Конечно, война многое снесла, революция. И мы все знаем и про церкви, которые разрушались. Разрушалось очень много и долго, и многие года, и выбивалась из людей вера. На место этих сумасшедших красивых, на мой взгляд, постройки, слава богу, что старая Москва еще существует, в какой-то малой своей степени, но она и есть. И вот мне бы хотелось, чтобы эта старая Москва была новой Москвой. Вот эти уютные улочки, эти уютные теплые места. Я как москвичка говорю, мне бы было бы приятно по ним бродить вечерами. Я бы хотела, чтобы по нашему городу можно было бродить в любое время суток, не боясь, и по мостам тоже, не боясь ходить. И рядом с Кремлем, и где бы то ни было. Мне бы очень этого хотелось. Вот. И, безусловно, Русь всегда строилась на христианстве. Так как его действительно очень много и долго убирали из наших людей, мы знаем, это 70 лет, да, по-моему, происходило. Мне бы хотелось, чтобы те церкви, которых, к сожалению, вот, были разрушены в эти времена, они появились. И мне бы очень хотелось, чтобы, вы знаете, эти американизированные билдинги все-таки было бы, может быть, чуть меньше. Они, конечно, очень роскошные, красивые, но мне очень хотелось бы, чтобы больше в Москве было русского. И чтобы молодежь все-таки помнила, что такое Русь, откуда они, чтобы вот эта вот кровь, которая в нас кипит, чтобы мы гордились ей. Мы гордились все, что делают русские люди. Потому что в нашей стране безумно много талантливых людей, и архитекторов, и дизайнеров, и хочется, чтобы они делали все-таки в стилистике Руси.